Этот киоск выполняет совсем не тайное, но очень приятное поручение Людмилы Алексеевны. Здесь специально для нее закупают и продают наливные ручки. Компьютеров юбилярша не признает. Паркер профессор филологических наук позволить себе не может. А вот наливайку рублей за 200 – вполне. Все эти книги написаны чернилами. И душой, конечно. Научная производительность потрясает. 300 трудов по филологии. И все востребованы. Учебник «Русский язык и культура речи» переиздается в 23-й раз. И вот я пишу. И пишу я, как Гоголь. Он в одной из своих статей посоветовал начинающим молодым писателям: пишите и переписывайте до 12 раз, дополняя, улучшая. Вот я тоже так. Я обязательно, не менее 10 раз я все переписываю. И даже сдаю в рукопись, издательство принимает. Сегодня Людмиле Введенской исполняется 90. Она вырастила 20 докторов и кандидатов наук, русских и иностранных. Она продолжает читать лекции и писать. Сегодня ее интересует мудрость народа. Готовится книга пословиц и поговорок. Перед чествованием серьезно беспокоилась. Есть проблема – нечего надеть. При этом ежедневно выглядит так, что студентки бегают посмотреть, в чем она сегодня. И у каждого есть своя история, связанная с Введенской. Однажды студентка Надежда Бабич встретила первую любовь. Как следствие, не выучила и не выспалась. Тут Введенская и вызвала к доске. Людмила Алексеевна громко с кафедры говорит: «Бабич, как вы могли? Вы же способная, дисциплинированная студентка». Вот уже прошло время, Людмила Алексеевна очень много мне помогает в работе, всегда, особенно сейчас, когда я стала директором департамента, и мы учим детей. Вот. И я говорю, и как-то сели с ней разговаривать, я говорю: так, Людмила Алексеевна, на всю жизнь я на вас обиделась, потому что, говорю, вот на утро, когда я должна быть красивая, талантливая, мальчик любимый сидит в аудитории, и надо же вы мне вот так вот сказали. Она: правда? А я не помню, по-моему, я тебя всегда любила. С городом, где население звонит и ложит, Введенская сражается собственным оружием, словарями ударений. Галина Пилипенко, Марат Терновой, Вести Дон.